Привет. Много лет назад я изобрел способ диагностики аномального психофизиологического состояния человека по зрачковым реакциям. И решил недавно попробовать использовать навыки для диагностики лошадей. Для этого я взял капсунг, устройство, которое надевается на морду лошади и которое используется для выгула, для тренинга лошадей, и приделал к этому капсунгу специальные очки. Хотя эти очки, они повторяют тот прибор, который я применял для диагностики состояния человека. Эти очки прикладываются к глазам лошади. Вот, и запускается очень простой тест, который в течение нескольких секунд позволяет определить очень многие параметры центральной нервной системы лошади. По этим параметрам можно проводить отбор лошадей, например, скаковых лошадей, но не только лошадей, но и верблюдов, например. Можно делать психокоррекцию состояния лошади. То есть этот прибор позволяет объективно оценивать состояние лошади и специальным методом фиксировать это состояние и вызывать его тогда, когда лошадь находится в возбужденном состоянии. Ее никакими средствами нельзя успокоить. Этот прибор можно использовать для оценки состояния центральной нервной системы, например, при операциях лошади. Можно фиксировать состояние лошади, когда ей, допустим, кто-то дал допинг. Можно использовать этот прибор для выявление различных патологий на ранней стадии. Ну, вот самое такое близкое, как можно его использовать, это, например, молоденького жеребца, измеряем зрачковую реакцию и пускаем 10 кругов. И вот мы выясняем, каким образом изменилась зрачковая реакция, и по параметрам этой зрачковой реакции, по временным и амплитудным, можно выявить степень тренированности и степень готовности этой лошади, этого жеребца в будущем бить рекорды.